Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды. У нас закончился турнир, и мы забираем свой приз. Лига мастеров 3 звезды. Так, сюрикены, острозуб 50, ДНК 90 золотых осколков и 75 платиновых. Друзья мои, ну что, я думаю, что многие догадались, кто сегодня победил в голосовании, да? Если кто не верит, может посчитать в комментариях голоса. В общем, друзья мои, Макман. У нас очень много там было. И Рафаэль классика, и видение, и майки кто-то предлагал прокачать. Ну, в основном фигурировали именно Крысиный король и Макман. Ну, на Макмана, как я посчитал, ребята, было намного больше голосов. Поэтому прокачиваем сегодня Макмана. Так-с, где же у нас он? Где же у нас Макман? Вот он, друзья мои. Поднимаем ему ранг. Тыч. Да, друзья мои. Я даже сам удивлен, что Макман наконец-то один из самых первых наших персонажей наконец-то достиг платинового ранга. Долго он к этому шел. Ну что, друзья мои, я надеюсь, те, кто топил за Макмана, рады. Но кто топил за Крысиного короля, можете на меня немножко побежаться. Но все равно до него когда-нибудь дойдет очередь, друзья мои. Когда-нибудь обязательно дойдет. Ну что, а мы с тобой начинаем буститься. По времени только лишь прошло 3 минуты. То есть вот-вот только произошел откат. Как ты понимаешь, я с Tower Conquest быстренько перелетел в эту игру. И, кстати, я тебе скажу, что когда было там несколько минут еще ждать, я начал открывать сундуки, друзья мои. У меня из мега-сундука выпало 5 карточек на Вуконга. Я специально не стал открывать его. После черепашек ниндзя мы вернемся в Tower Conquest и будем продолжать рубиться в него. Так, ну что, задание. Задания у нас с тобой не обнулились, как ты видишь. Что у нас по жетонам? 465, пока еще маловато. Так, испытания. Классическая бойня. Классическая бойня, друзья мои. Ну, ты сам понимаешь, да, это Крэнк, это Бибоп, это Рокстеди, это то, что нам нужно, это шикарно. Девичья сила, но, к сожалению, она нам не нужна, к сожалению. Ребята, а вот усиление технодрома, ну, Крэнк, я тебя должен, я 8 карточек должен, ребята, выбить из этого события. Обязательно, если мы достаем 8 карточек, в конце концов, он у нас уже прокачивается. Кто-то, кстати, мне писал, что, Рэй, лучше получи 8 карточек на Крэнга и прокачай его в платиновый ранг. Но я почему-то не уверен, что мне получится выбить эти 8 карточек. Но будем надеяться, ребята, будем фармиться, еще раз фармиться. Ну и, как ты понимаешь, здесь тоже, ребята, можно выудить. И также нам вот эти вот бойцы обязательно нужны. В общем, неделька топовая. Для меня это топовая неделя, потому что персонажей прикольных здесь будет достаточно. Ну что, мы с тобой начинаем буст. Ванька Стиранка прокачивается, ой, прокачивается, открывается на этой неделе, ребята. Если у кого нету, то я, наверное, вам порекомендую его заработать. Ванька хорош тем, что у него две массовые атаки, это гранатомет и пулеметная дробь. В принципе, по инициативе у него средняя инициатива. В полной мере он раскрывается на 100 уровне. То есть по хпшкам я тоже не скажу, что он ватник какой-то там падает, он не сразу. В общем, такой универсальный русский Ванька. Ну что, а мы с тобой поехали. Буститься начинаем. Надеюсь, сегодня все у нас хорошо пройдет. Все отлично. 11-11 они мне уже сразу подкидывают. Да, и хорошо, что сегодня Макман у нас получил платиновый ранг. То есть мы с тобой будем его дальше прокачивать. Естественно, прокачивать уровень, скиллы и все-все-все, что с этим сопутствует. Так, минус Эйприл. На тебе. Минус Макман. И минус Ванек. Шикарно. Ну, сам понимаешь, первый день, первый буст. Он всегда хороший. Он всегда простенький. Всегда веселенький. Так что, ребят, две звездочки у нас уже в кармане. Мы двигаемся дальше. Так, нет, давай-ка мне 11-12 уже. Мы бустить хотим, а не топтаться на месте. Вот. 11-12. Тут у нас кролик, нейтрализатор и Леонардо фильм. Само собой, мы их здесь будем уничтожать по полной программе, потому что у нас бойцы 50 уровня. Тыч, оп.
Это что такое? Мандагека, я не понял. Это что за шуточки ты тут себе позволяешь? Нет, он еще там выпендривается на доске. Я все, ребят, понимаю. Кстати, у нас Байонета, третья часть, вы в курсе, выходит, да? Но она выходит у нас как эксклюзив на Nintendo Switch. И я вот думаю, может быть, мне прикупить Nintendo Switch? Что вы думаете по этому поводу, ребят? Пишите в комментариях. Потому что Байонета — это крутая игруха. Я думаю, что многие из вас играли в нее еще на ПК. Это что-то типа, знаешь, Devil May Cry, только там про ведьму. В Devil May Cry у нас как бы идет эпопея про вампира, ну так его назовем, да? А там про ведьму. Что я делаю? Скажи вот мне, это что такое за дурачество, а? Но иммунитет тоже неплохо, ребята. А если мы еще сделаем вот так вот, то зачем вообще это надо делать, если у нас полтинники, а здесь 20 какие-то уровни? Естественно, мы их сразу раскрошим. Тут само собой. Пум, хан. О, Лео, Лео, родной, успокойся, пожалуйста. Тебе этот хил не нужен сейчас, поверь мне. Тресь, нормально так. Пошияченку получил своим задом, он ему накумарил. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. И, надеюсь, сейчас найдем еще повышенный ранг. Упс, мы уже в элиту влетели. Это так и должно быть, ребят. Так, 12-13. Давай попробуем. Я не знаю, 13-14 вряд ли, конечно, нам выдадут. Хотя можно немножко. Вот, 12-14. Шик, шик. Так что давай. Ну-ка, раз, два, три, четыре. Даже, ребят, не волнуюсь. Полтиннички против 24-30 уровней. Это изи-катка называется. По-другому не назовешь. Так, давай, кролики. Очухались такие, услышали меня, да, ушки навострили. Бумс. И Рафаэль, бам. Все, ребят, отдупляется. А вот этот вот Рокстеди танцует как МС. Как вот его звать? МС, МС. Не помню. Этот танец еще, знаешь, где присутствует? В Варкрафте. Орки танцуют так. А на самом деле это... Блин, я забыл, как его, МС. Это он же так танцует там. Так, ладно. Что-то мы с тобой не туда пошли. Не в те степи, не в те дебри забрели. У нас игра, а мы тут какие-то МС-вспышки вспоминаем. Поехали. Поехали чудить. Поехали. Не, ну неделька классная, ребят. Крэнк, надеюсь, на этой неделе у нас прапается. Я уже буду счастлив. Я не то, что говорю там в платиновый ранг. В платиновый ранг это ладно, бог с ним. Осколки-то мы эти заберем. Но главное, чтобы мне вообще его прапать по фулочке. Вот к чему я говорю. Прапай по фулочке, и дальше там будет все намного проще. А сколько наберем? Никуда они от нас не денутся. Так, ну что, бустим неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. 70, ох, сразу же в элитку 3 звезды. Прикинь, соточку, мы просто 73 на 73 перепрыгнули. Замечательно. Что еще может быть лучше? 13-15, а может дашь мне все-таки 13-16? Если такое, конечно, есть. О, было, было, ребят. Ну что так вот. Всегда так вот. Не о, есть. Не посмотришь, начнешь ролить, а потом уже видишь, когда уже начинается поиск. Поиск новых персонажей. Ну, в принципе, я вообще нисколечко, ребят, здесь не паникую. У нас полтинники здесь 36-е, да, уровни. То есть еще запасик есть на разбор, так сказать. Единственная проблема то, что вот эти вот бойцы мои, которые, да, полтинники, они не прокачаны. И по силе и мощи, наверное, как они, как эти 40-е уровни. Потому что они приблизительно, ребята, прокачаны, наверное, где-то на 40-45 уровень. Давай бросим гранату. Ты дичь, шикарно. Вот. Поэтому как бы нужно быть тоже как бы игра игрой, но надо быть на стороже всегда. То есть не расслабляться. Ну что, вот мы уже и в самураях. Уже, ребят, в самураях. Прикинь, быстро идем. 13-16, а дашь мне, например, 14-17? Не, ну это, конечно, борзо, наверное, выглядит с моей стороны. Но вдруг... Прикинь, 14-17 все-таки дали. Замечательно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну здесь вообще, ребята, топовый персонаж. Это Леонардо Видение со своей вот этой вот фляжкой топовой. То есть он сразу же просто-напросто запретит
Эйприл делать хил. Просто запретит. Так, давай мы вызовем корабль космический. Ну, тогда сделаем вот так вот ночью. И бросаем вот эту вот фляжку. Вообще ничтяк. Просто ничтяк. Отменно исцеление вешается. Даже если бы вдруг Эйприл каким-то чудом здесь выжила, она бы не смогла бы захилять свою команду, так как висит запрет. И это еще не прокачанный скилл. Если его прокачать, я даже представить боюсь, что будет. Так, 14-17. Ну, наверное, 14-18 вряд ли дадут, конечно. Это, знаешь, скажут, сейчас как бы мне здесь не запретили. 14. Так, 14-17 есть. Да что ж ты будешь делать-то? Эй, не надо понижать мне. 13-16 уже. Хорош, ребят. Нет, прикинь. Все, все-таки я получил, выудил. Угу. Ладно, раз, два, три, четыре. Пять. Майки, то что здесь 38 уровня, конечно, нисколько меня не радует. Он может уклонение повесить свое тут. Ненужное нам вообще. Но мы бросим бомбочку для начала. Отлично. Так, ну да. А, он хилят решил. Ну что ж, хорошо, хильнул, молодец, красавчик. Значит, в первую очередь мы его, наверное, и вырубим. Пумс. Это чтобы он потом уклонение не вешал. Вот что я хотел сказать. Волна смертельная, плюс ультразвук от Кирби. И бросим галушку. Пич. Но это не галушка на самом деле, это какая-то, это какой-то чебурек на самом деле был. Но мне почему-то хочется называть это галушкой. Ну что, самурай 2 звезды, позиция у нас с тобой с полтинничек. Ну, неплохо. Так, 14-17, давай-ка уже, наверное, 14-18. Есть, есть такое. 14-18 мы заработали. Раз, два, три. Уровни, ребята, уровни сокращаются. Смотри, уже 45-й и 44-й. То есть 10 уровней — это уже предел на разрыве. Надо быть предельно аккуратным уже быть. Можно сфейлиться в любую секунду. Так, давай сюрики, наверное, пропишем. Хопа. Так, трое упало и, наверное, добивка. Майки, добьешь? Нет, не добил. Ну, давай тогда. Раз. И... крышкой люка 2. Смачно. Все, как говорится, как доктор прописал. Все идеально. 14-19, конечно, вряд ли сейчас дадут. Но мы с тобой в самураях уже 3 звезды. 87-я позиция. В бой. Так, 14-18. Они уже дают мне по стандарту. Тогда есть шанс, наверное, выбить 15-19, наверное. Или нету? Есть такой шанс или нету? 14-18, и все. Больше не дают никак, ребят. Наверное, нифига. Ну, уже много попыток я на обнову сделал. Нет. Не хотят, ладно. Ладно, давай сыграем тогда по вашим правилам. Ну, не хотят они давать, что я, ребята, сделаю. Естественно, тут уже ничего не сделаешь. По их правилам играем, поэтому приходится соглашаться. Ну что, массовиков-затейников у нас не очень много здесь, я смотрю. Майки, ну у него не очень сильный удар этот. Хотя этим хватает. Здесь, блин, подожди-ка, наверное, вот так лучше сделать. Ох, какой слабый по Эйприл удар пришелся. Так, упал все-таки Крис, это хорошо. А вот и Эйприл. Со своим хилом. Бросаем холодильник, конечно же. Тут даже и думать нечего. Все равно слабо. О, и этот еще тут подключился. Массовая атака, ребята. Рокстеди жарит и всех поджег. Молодец, красавчик. Вырубили мы их, короче. Этой горелкой всех зажарили. Ну, какое место у нас? 20-е? 29-е, окей. 15-19, вот оно, ребята, вот оно, что мне нужно было. 15-19, раз, два, три, четыре, пять. Новоиспеченный Макмен здесь у нас. В платиновом ранге, ух, красавчик. Будем прокачивать ему, естественно, массовую атаку. Это тот самый ураганчик. Мусорный ураган называется он.
Шух. Слабо. Ну-ка, осколки. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, очищение делает, да? Ну-ка, Кунаичи вжарькаем. Шикарно бомбит Кунаичи. Ну, кофемашина бомбит еще лучше. Такая кофемашина. Донни изобретатель такую здоровяку сделал, ё-моё. Там целая, извини меня, фабрика, целый завод, ё-моё, по изготовлению кофе. Ну и вот мы наконец-то с тобой уже в Сёгунах. Да, ребята, в Сёгунах мы. Так, 15-19. Давай-ка попробуем выудить что-нибудь покрепче. Ну, например, 15-20. Ну, тут, конечно, во, все-таки есть шанс. 15-20, ребята, буст, он есть буст. Нам нужно с тобой, как я говорил, каждый уровень, каждый бой повышать на единичку. Мы один бой с тобой как бы, ну, согласились уже. То есть мы на одном уровне простояли. Но дальше, дальше нужно двигаться в усиленном темпе. Вот я к чему говорю. Так, здесь кого бы нам, наверное, вот сюда вжарим. По Мондагека. Пич, ай-яй-яй, слабенько. Так, что же нам тут сделать? Хм. Рафаэль, Мондагека, наверное, все-таки надо как-то добивать, потому что он может ускорять команду, и как бы мне это не особо хотелось бы. Так, провокацию будет брать. Да-да-да, именно. Или молотом, давай молотом. Так. Удар по земле. Ох, хорошо как ударил, ты посмотри. Этот Рок, кстати, там вообще практически уже при смерти стоит. Валун в кого? Опа! Ну-ка давай-ка, муха. Ничего себе приказал он долго жить. Эй! Блин, очищение. Мне не нравится вот это. Чего? Неужели, друзья мои, нас сейчас распишут тут? Бомбаниты по нему. Промах. И сейчас промах. А кто повесил? Блин, я не знаю, что делать, ребят. Попробуем заморозить, но это вряд ли получится. А этот с контратакой. Кого-то потеряем. Я думаю, что мы потеряем с тобой Донателло. К сожалению, да, тут. Блин, и провокации нет. Ничего нету у нас, прикинь. Так, снимает любые отрицательные эффекты. Сверху исцеляется на 20%. Давай, может быть, сработает исцеление какое-нибудь. Не сработало, да, исцеление у нас. Ты посмотри, что творит, а. Мне и Донни-то невыгодно сейчас брать в провокацию. Вот в чем дело-то. Минус. Пам-пам-пам. Ну-ка, попробуй. Тюф. И... Блин, а у этого контратака как стояла, так и стоит. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, ну тут только провокацию брать, прикинь. Поехали. Бумс. Так. Давай-давай, с разбега, пожалуйста. Ушатай его, будь добр. О, слава тебе. Как говорится, кое-чему, да? Все, ребята, у нас получилось. Я уже думал, что все. Сфейлимся. Думал, Доника сейчас ушатает. Но, я не знаю, каким-то чудом нам повезло. И Донни спасли. И остальные все ребята молодцы. Выдержали такой натиск. Прям, я не знаю, ребят. Это лишний говорит раз о том, что, Рэй, будь предельно аккуратным. То есть, ты видишь, что уже разрыв меньше 10 уровней. И все равно рискуешь. И я вынужден с этим согласиться, ребята. Я рискую, действительно рискую. И вот этот риск, он дает своего рода адреналинчик такой. Но в моем случае это не только адреналин, а еще и истерика и психоз. Потому что начинаю психовать, сам себя корить. Это в случае проигрыша. А в случае, естественно, выигрыша я получаю прям такое эстетическое удовольствие, знаешь. Прям кайфую вот от этого, что все-таки у меня получилось, несмотря ни на что. Вот. Так что давай двигаться дальше. Сёгун, 2 звезды. Отлично. Отличный буст, ребят, по-моему, сегодня будет у нас. 15-20, давай попробуем что-нибудь там поэффективнее. Например, там
16-21, если такое доступно вообще. Или максимум 15-20 мне все-таки дают. Но 15-20, получается, мы с тобой еще ход будем стоять на месте. Понимаешь, да, о чем? А, идет речь. Ну да, что-то как-то... не хотят. Не хотят ребята давать мне. Немножко даже как-то обидно, потому что я думал, что все-таки... Нет, не дают. Ну, придется тогда сыграть по их правилам. Тут уже 70 уровень, естественно, никуда ничего я брать там топовых не буду. Эти ребята сами за себя могут постоять, причем спокойненько. Погнали, начнем с кунай. Тих. Так, отлично. Плюс суперудар от Шреддера вызывает своих клан-футовцев. И все, и они лежат. Ну, правильно, у нас 70 уровень, а у них 53-й. Естественно, тут на 17 левлов разница. Хотя, опять же, не всегда, ребят, 17 уровней, да, разница в 17 левлов может привести тебя к победе. Но к Сёгуну 3 звезды мы с тобой точно подберемся буквально вот через этот бой. Только, опять же, нужно нам... Вот, вот, 16-21, отлично. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Поединков, конечно, не очень много у нас остается в запасе. Буквально там 2-3 и все. Не знаю, сможем ли мы добраться до Лиги Мастеров сегодня. Но до Лиги Сёгунов 3 звезды это однозначно. Давай так, наверное, сделаем. Хыдыч. Крис уничтожил Криса. Жух. Ну-ка, парень, отдохни. Так, и давай, Змейковин, понижаем атаку там, я не знаю. Эй, в инвиз уходит, давай, дуй. Нам ты не очень-то здесь и нужен. Пумс, ну, видишь, что творит. До свидания, наверное, пора им сказать. Отлично, идеальная победа, конечно же, идеальная. Ну и продвигаемся с тобой дальше. Ну, а вот, ребята, и Сёгун 2 звезды, 81-я позиция, скорее всего, возьмем мастера. Что-то мне подсказывает, что мастер будет сегодня взят. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Ну да, скорее всего возьмем, ребят. Хватит нам мощи, прыти, хитрости и ловкости, чтобы умудриться это взять. Причем без проигрыша, без единого. Ну-ка. Ты-дыч. Вот и все. Быстро. Вот, ребята, вам и элементарный пример Ваньки-стиранка. Так что, у кого нет, обязательно собирайте. Так, какая там? 50-я позиция, да? Ух, 38-я даже. 16-20. Вот, 16-22. Ну что ж ты будешь делать, Рей? Ну зачем ты так делаешь опять, а? Вот ты посмотри, сколько раз говорил, ребята. Надо вначале посмотреть, а потом ролить. Нет, вот, блин, ролить начинаю, а потом. Вот теперь попробуй получить. Вот теперь попробуй получить 16-20. Есть. Получил все-таки. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, ну этих нужно отыгрывать. Чего они там вдвоем? Один бы я бы не стал, ребят, даже заморачиваться бы. Вдвоем надо. Как-то вот не хватает еще пару персонажей, да? Я даже не буду здесь делать уклонение, потому что оно вообще не нужно. Сотого уровня бойцы. Да ты смотри-ка, еще даже кто-то умудрился выжить. Молодцы, красавцы, устояли против удара Супер Шреддера. Ну, против удара второго Леонардо, конечно же, шансов вообще было мало. Так, ну ладно, последний поединок. Мы с тобой переходим в Лигу Мастеров. Одна звезда. И последний у нас поединок. А дадите мне 16-23? Или там 17-23, наверное, должно быть. Но это уже предел. Это уже предел, ребята. Ладно, не дадут. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, стоят хлопчики здесь. Хлопчики. Хлопчики, хлопчики, да? На тебе. Ну давай, Армагоша, веселись. По полной им тут. Ты дичь. Все. Вот как-то так, друзья мои. У нас вот такой вот вышел буст. Идеальный сегодня от конца. От начала до конца. Место у нас Лига Мастеров 54-е, прикинь. Вот так, давно такого не было, серьезно говорю. Такого давно не было, ажиотажа. Ну что, а теперь мы с тобой идем
на испытание. Классическая, ребята, бойня. А, классическая бойня. У нас мало сыра, но пока есть, давай попробуем все равно. Сколько есть, только отыграем. Потому что в следующей серии нам тогда придется меньше отыгрывать, да? И больше, как говорится, шансов наролить себе Рокстеди и Бибопчика. А что я делаю-то? Автобой, конечно же, ребят, что тут думать? Так, на втором канале сегодня, ребята, выкладываю последние серии по Dying Light второй части. Потому что игра по родину у меня давно, как я уже говорил, но обрабатывал YouTube ее целую неделю, блин, мои серии эти обрабатывал. Не знаю, что там с ним, почему так происходит. Вот. Zero Dawn будет, выходит он 17 числа, поэтому тоже начнем с прохождения его. По поводу Broken Ranks, ребят, пока, наверное, заморозим, потому что, ну, элементарно не будем успевать и то играть. Вот, но вернуться обязательно вернемся, потому что это онлайновая игра, она от нас, как говорится, никуда далеко не уйдет. Вот, мне еще нужно пройти, кстати, Far Cry, дополнение там про этого Пейгана, да, и плюс еще вышло, уже давно вышло дополнение про этого пастыря-то, как его звать-то, я уже забыл. В общем, все три дополнения вышло, одно мы прошли. Вот два у меня еще висят хвостом, надо будет их тоже допройти. Так что вот такие планы на ближайшее время, ребят. И не забывай, что Elden Ring выходит у нас какого там, 25 или 24 числа февраля. Так что тоже готовимся. И в марте. А в марте у нас что выходит? Что-то я вот забыл. В конце марта что-то выходит. Блин, а что ж там такое у нас? Тоже. Отложил я в копилочку. Только не могу что-то вспомнить, ребята, что там выходит у нас в марте. Но тоже довольно прикольная игруха. В мае выйдет у нас. Все, из головы все повлетало, ребят. Трындец. Весь на ажиотаже сегодня с этим бустом обрадовался. Плюс еще то, что у нас в Tower Conquest Вуконг вылетел. Ну, выпал мне. Тоже вот радости полные штаны. Наконец-то, елки-палки, он у меня появится. Ну, появится. Единственное, что, опять же, повторю, ребята, одна звезда. Естественно, брать его в команду, ну, нет смысла. Где его протестить я смогу? Наверное, только на арене. Наверное, только там. Что себе тут событие какое, хо-хо-хо. Что-то оно. Даже не думал, что он такой длинный, уж настолько. Вот. На арене мы сможем его испытать. Но опять же, прокачка-то у нас будет не фуловая, да? Получается, и всю мощь Вуконга мы не сможем с тобой определить. Ну, насколько хватит. Насколько хватит, а там уже будет видно. В комментариях читал, что такой довольно неоднозначный персонаж. Да, ну, не знаю. Я лично думаю, что в Нефритовой империи довольно неплохие бойцы на самом-то деле. Если брать вот по совокупности. Терракотовый воин, да, тот же самый этот самурай, точнее, даже не самурай, как вот он. Твою налево, да что ж такое-то? Ронин, конечно же, Ронин. Вот. Плюс всадник на журавле. Ну, довольно универсальная команда. И, как я тебе показывал ранее, там подготовлены ячейки уже под замочками для новых персонажей. Кто будут, ума пока не приложу. Но приятно осознавать то, что разработчики все-таки работают и взялись за нее. Может быть, там коллектив поменялся или еще что-нибудь, с чего его вдруг они вот так вот встрепенулись. И в ближайшее, я надеюсь, в ближайшее время со мной свяжется разработчик игры Dina Bash, который я обещал в скором времени дать, не знаю, даст ли он мне ранний доступ для игры, для теста второй части Dina Bash, да. Так что будем ждать. Будем ждать каких-то, я не знаю, новостей. Ну вот. Ну что, у нас предпоследняя волна здесь идет. Окей. Так, заварганили. Ну, здесь все легко, ребят, потому что они 50 уровня. Единственное, что вот нам надо будет, наверное, скорее всего, сплинтера убирать. Как-то он здесь. Вот еще поединок, и все, его надо будет убирать из нашего состава.
оставляем вот этих соточек. Они уже, как говорится, до конца пройдут. И, в принципе, все будет без проблем. А вот спринтер — это большие риски. Не хочется просто фейлиться на пустом месте. Так, ну что у нас там получается? Еще три поединка. Так, ну здесь 65-й пока еще Сплинтер будет справляться здесь. А вот уже на следующий поединок придется убирать, потому что там будут 70-й уровень, и как бы... ну, незачем его здесь оставлять. Фармим здесь двух персонажей. Фармим здесь двух персонажей, даже трех. Но в первую очередь, наверное, все-таки будем Кренга. Хотя мне нужен и тот же самый Бибоп и Рокстеди. Кстати, надо будет глянуть, а Рокстеди-то у меня прокачанный вот этот классический или нет? По-моему, нет. Так же, как и Бибоп. Ну и Кренг, естественно, тоже. Но на Кренга не забывай, что надо за одну попытку его получить, это надо 10 сыра сливать. То есть это вот как вот у нас было с тобой с кожеголовым, да? Мы за всю игру, ребята, мне он выпал только, по-моему, в самом начале, и все. За прошлую вот неделю, когда мы фармили кожеголову. И все, в остальном просто какое-то невезение, вообще не фартило. Это плохо, вот так вот. Мало того, что ты тратишь еще, помимо сыра, ты не забывай, что ты еще тратишь телепорты. По 4-5 штук, а это, извини меня, такое довольно... недешевое удовольствие. Так, ладно. Я бы с удовольствием был, тратил бы сейчас вот что? Эти наши звездочки, да? Сюрикены, которые мы с тобой зарабатываем. Потому что, ну, их некуда, ребята, хоть обменивать на что-нибудь. Был бы каком-то, я уже говорил, обменный пункт, где можно там поменять ненужные ресурсы на нужные тебе. Как вот это вот во многих играх сделано. Если у тебя чего-то очень много, то поменяй на то, чего у тебя нету или чего у тебя мало. Все, ребят, сыр у меня, как ты понимаешь, закончился. Ну, в следующей серии нам придется пройти просто вот эти два уровня, и все, ребят. Так, а так как 7 сыра есть, я могу попытаться, ребята, выудить. Угу. Понятно. Ну, попытка, она и есть попытка. Давай посмотрим, Рокстеди, значит, и Бибоп у нас классика. Глянем сейчас, сколько чего нужно. Это, по-моему, где-то в самом низу, да, у нас получается. Вот у нас Бибоп, классика. И вот у нас... нет, это не тот Рокстеди. И вот у нас Рокстеди, тоже классика. Ребят, да, очень-очень нужно много на них ДНК. То есть, сам делаешь выводы, да, что фармить рекомендуется. Даже не то, что рекомендуется, а обязательно нужно к фарму. А Крэнк... а где у нас Крэнк? Вот он. А Крэнк, друзья мои, всего лишь 8 ДНК. То есть, как бы, шанс есть. Плюс мы с тобой за прохождение получим, по-моему, 2 ДНК. Это будет уже 94. И... на событии тоже мы, по-моему, будем получать где-то около 4. То есть, 2 ДНК нам нужно будет всего лишь нафармить. И все. С Крэнгом будет покончено. Ну, покончено я в плане того, что мы останавливаемся на поиске, на фарме. Единственное, что надо будет его перевести в платиновый ранг. И переключаемся автоматически на Рокстеди и Бибопчика классического. Вот такие вот, ребята, у нас планы по этой игре на ближайшее время. Ну что, друзья мои, а на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!